Обидно? Да, очень обидно. Пропустили гол на последних минутах. Это очень сильно обидно, такой гол пропускать за минуту до конца матча. Все силы отдали. Это очень обидно. Как настраивались на игру? Как вообще игра проходила? Настраивались на игру. Да, мы на всех настраиваемся боевито. С каждым соперником у нас игра. Мы уважаем соперника, и каждую игру у нас, каждая игра, мы всегда будем бороться до конца и отдавать все силы. Мы всегда так будем настраиваться и на игры каждому сопернику. Вот сейчас соперник сказал, что вы превосходили их сегодня по физике. Ну, можно, да, в какой-то степени сказать так, что мы происходили в физике, но не могу сказать, что и в игровом плане мы не уступали им. Мы также комбинировали, также были у нас хорошие стандарты, с которых могли забивать. И да, и вообще взаимодействия у нас были очень хорошие. Я могу сказать, что игра была равная, но пропустили до конца матча, до минуты до конца матча, то это обидно очень сильно.